Do you do coffee? Coffee. I have coffee, sir. Hotel в Стамбуле. Вчера сам себе создал приключение в аэропорту. Короче, вышел и по привычке, я стою в гостинице прямо возле аэропорта. Обычно до гостиницы от аэропорта ходит шаттл. Я вышел, пошел к этому шаттлу, но его там не было. И суть в чем? Они поменяли место этого шаттла. Я выхожу, ничего нету. Короче, мне надо обратно зайти в аэропорт. Обратно заходишь в аэропорт с чемоданами. И там security стоит, нужно проходить опять security. Короче, я опять все это на ленту ставлю. Мне вот эта security lady говорит, а ну-ка открывай давай свой чемодан. А я, короче, в чем прикол? Я с собой беру там скакалки, резинки для тренировок, всякие там для отжиманий, штучки, чтобы не закиснуть совсем в поездках. И, короче, ей не понравились мои резинки, веревки. Она меня попросила открыть чемодан, я вот это разложился, там люди, очередь, вот это, вход в аэропорт, представляете, да, как все это классно. Я ей объясняю, она нифига не говорит на английском, я нифига не говорю на турецком, показывает мне на скакалку, вон у меня лежит скакалка. Что это, говорит, у тебя? Я говорю, ну, явно не удавка, да, я это вот стою, прыгаю, блин, показываю ей, что, говорит, у меня скакалка. Короче, объяснил я кое-как. У меня, в общем, получилось разобраться с турецкой метро, и я взял себе такую туристическую карту, сейчас я вам покажу. Короче, она дает для туристов возможность путешествовать на всех видах транспорта здесь, Istanbul City Card. Вот такой я счастливый обладатель Istanbul City Card. Короче, на 3 дня стоит это 400 лир. Вот самый главный здесь человек, кто, как они говорят, что он у истоков всего этого дела. В 2013 году турецкий кофе был внесен в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Впервые кофе завезли в Стамбул в 1555 году. Сделали это два сирийских торговца, а уже спустя 100 лет кофе стал неотъемлемой частью церемонии Османского суда. Личные повара султана поособенно подавали ему кофе, а женщины из гарема обязательно должны были учиться искусству варки турецкого кофе. В те времена важным было не столько то, как хорошо женщина готовит, сколько то, как она умеет варить данный напиток. Впервые кофейни в Стамбуле появились около 5 столетий назад и стали местом для наиболее частого времяпровождения мужчин. В кофейнях общались, а также в них проводили театральные представления на основе национальной литературы. Вопреки распространенному заблуждению, кофе по-турецки является только рецептом приготовления, а не самостоятельной разновидностью кофе или кофейных зерен. Варится он с помощью турки, традиционно медной. Готовят его путем сваривания кофе мельчайшего помола. Первоначально турки варили его у костра, а температура регулировалась путем отодвигания и пододвигания турки к огню. На сегодняшний день можно даже найти специальные устройства для варки турецкого кофе, которые включают в себя ящики с нагревательными элементами и песком. Турецкий кофе часто используется и для гадания на кофейной гуще, так как он имеет достаточно густой осадок. Так что после того, как вы закончите пить настоящий турецкий кофе в одной из перечисленных кофеен, не торопитесь уходить. Накройте чашку блюдцем, задайте вопрос, который вас беспокоит, и переверните чашку вверх дном. Подождите, пока чашка остынет, а потом обратите внимание на ее стенки. Застывшие кофейные рисунки станут ключом к решению. Большинство турецких кофеен, конечно же, это не только кофе, это еще и сладости. Для того, чтобы попробовать аутентичную турецкую пахлаву и кофе, я выбрал кондитерскую Хафиз Мустафа. Эту кофейню еще в 1864 году открыл
был Ислаим Заде, который переехал в Стамбул с целью стать ростовщиком. Но что-то пошло не так, и пришлось размышлять, чем еще можно заняться. Так он вместе со своим сыном Хафизом Мустафой и открыл цех, в котором изначально изготавливали и продавали только леденцы. Но позже Хафиз так увлекся новым ремеслом, что постепенно в кондитерской стало появляться все больше сладостей. В Стамбуле несколько точек этой сети, моя же находится недалеко от вокзала Серкеджи. Это старейшая. И да, ребята, вот это вот одна из известнейших кофеен здесь. Еще одна напротив и еще одна здесь. Короче, вы выходите на Серкеджи станции, и здесь все у вас, все рядом. Турки, они офигеть какие общительные. Я вышел из одной кафухи, иду другую чуть поснимать. Мне сразу же уже дают попробовать какие-то сладости. Они сразу же такие: о, ютубер, давай мне сладости, давай мне предлагать чай. Кто-то там просит сфотографироваться. Вот, то есть они прям как бы такие живенькие, скажем так. А это, ребята, я гуляю по парку Гюрхене, один из таких центральных парков, наверное, самый популярный парк здесь, в Стамбуле. Вот такие вот здесь уникальные обрубленные ветки лежат. Ну, похоже, дерево какое-то упало. Мечеть Сулейманье находится в старой части Стамбула, как в принципе и все, что мы сегодня посещаем. Ее сооружали с 1550 по 1557 годы по приказу 10-го султана Османской империи. Он же Сулейман Великолепный. А теперь представьте масштаб постройки для того времени. 53 метра. Высота купола 27,5 метров, его диаметр. Только в куполе 32 окна. Всего в мечети 136 окон. Над постройкой трудилось 3500 человек. На мечеть потратили 96 тысяч золотых и 83 тысячи серебряных монет. На первых двух минаретах имеются по два балкона, на вторых минаретах по три балкона, что означает, что султан также был 10-м правителем династии османов. По одной из легенд, в одном из минаретов были замурованы персидские драгоценности, которые в качестве издевки были отправлены султану правителем Персии, с которым тогда Сулейман находился на стадии холодной войны. Он хотел подчеркнуть, что у османов якобы не хватает средств на постройку здания. Конечно, это оскорбило султана Сулеймана, из-за чего драгоценности замуровали. Одна из особенностей мечети – невероятная акустика. Архитектором Синаном были встроены в стены полые кирпичи. Это позволяет отлично слышать службы и по сей день, не используя микрофоны. За такое, правда, архитектор чуть не лишился головы. До султана дошли слухи, что Синан вместо работы ежедневно сидит с наргиле, курительным прибором того времени, похожим на современный кальян. И тогда султан отправился на стройку с целью наказать бездельника, но выяснилось, что Синан с помощью булькающей воды в наргиле пытался отследить звук. Это помогало понять, насколько звук способен распространяться по святыне. На заднем дворе мечети расположены гробницы самого Сулеймана и его жены Роксоланы. Сама она была из Рутени. Именно такой была средневековая латинская вариация названия Руси. Здесь, конечно, местные зазывалы — это отдельный вид искусства. Везде в кафухах, в отелях, короче, кто-то будет тебя подзывать и предлагать свои услуги. Сначала ты такой на это реагируешь, сначала даже это может быть... Ну, немножко так, по-дружески общаешься с ними. Вот я, кстати, тоже, когда в первую кафуху заходил, меня тоже парень позвал. И, ну, это работает, они молодцы. Не знаю, получают ли они за это какой-то процент,
Если вы знаете, то дайте мне знать. Но я переживал такие несколько стадий. Сначала я вроде как бы общаюсь, сначала вроде прикольно, нормально. Потом это уже немножечко так поднадоедает, уже немножечко так сторонишься. А потом уже просто отворачиваешься от них и избегаешь их всех. Особенно, когда ты с камерой, они еще хотят, чтобы их пофоткали, поснимали. После мечети и смотровой мы отправляемся на Гранд Базар, один из самых крупных рынков в мире. Чтобы обойти его, придется хорошо потопать, потому что расположен он на 66 улицах. Вся его площадь более 30 тысяч квадратных метров. Здесь 4 тысячи магазинов, где трудится 20 тысяч человек для полумиллиона ежедневных посетителей. Что здесь можно найти? Все. Украшения, ювелирные изделия, антиквариат, текстиль, чай и сладости. Рестораны, мечети, тяжелые помещения и даже кладбище. Здесь были банки и биржа. Гранд Базар – один из древнейших рынков на Земле. Его начали строить сразу после взятия Константинополя в 1453 году при султане Мехмеде II Завоевателе. Стамбульский рынок является одной из основных местных достопримечательностей, и здесь проводят полноценные экскурсии с гидом. Если вы решите прогуляться по рынку и заодно присмотреть сувениры себе и близким, обратите внимание на турецкие лампы, которые создаются с помощью мозаичной технологии. Во времена Османской империи профессия стеклодуба являлась одной из самых престижных. Их стеклянные изделия могли себе позволить только люди из очень обеспеченных семей. Давайте посмотрим, что у нас получается по ценнику. Вам же, наверное, интересно, сколько я тут нагулял сегодня. Вот в таком виде у меня сохранились чеки мои. Ну, 300. Вот этот вот микс донор 300. То есть это получается сколько в долларах? Не знаю, сами считайте. Есть Google, есть калькулятор, а есть турецкие лиры. Вот этот 300 турецких лир. 300. А, 300 лир, это получается у меня цистерны. Цистерны базилики. Следующая наша точка назначения – цистерна-базилика, водохранилище Константинополя, являющееся одним из самых крупных и хорошо сохранившихся. Цистерна настолько красива, что когда в нее попадаешь, интерьер можно сравнить с каким-нибудь храмом или дворцовым комплексом. Само слово «цистерна» в переводе с греческого означает водохранилище. Базилику начинали строить греки, когда правил Константин I, а закончили уже при императоре Юстиниане. Такие водохранилища строили для хранения запасов воды, необходимых для нужд жителей города. Представьте себе 1,5 футбольных поля под землей. Размеры сооружения 145 метров на 65 метров. Емкость воды 80 тысяч кубометров. Под землей вы увидите 336 колонн, каждая высотой 8 метров. Все они поддерживают сводчатый потолок. Потолок цистерны. Большинство колонн были взяты из античных храмов, из-за чего они отличаются между собой сортами мрамора и видом обработки. Одна колонна привлекает больше всего внимания. Это плачущая колонна, или как ее еще называют, колонна слеза. В то время как другие колонны остаются сухими, плачущая всегда мокрая, а еще на ней вырезаны узоры в виде слез. По одной из версий, возведена она была в память о сотне рабов, погибших во время стройки цистерны. В цистерне, в принципе, довольно влажно, и это может подтвердить моя камера, линза которой постоянно запотевала. С потолка капает и создается впечатление, что ты в огромной пещере, переделанной под храм. Для удобства посетителей здесь сделан маршрут, который позволяет с разных углов увидеть это уникальное подземелье. Здесь вы найдете голову медузы Горгоны, даже целых две, которые выполняют роль опор для колонн. Стоят они в довольно необычном положении, по одной из версий сделано это было для того, чтобы Горгона не смогла превратить в камень проходящих мимо. Сама базилика появилась в одном из фильмов Бондианы из «России с любовью», и в книжных романах она упоминается в «Инферно» Дэна Брауна и в произведении «Непобедимое солнце» Виктора Пелевина. Впечатляюще, не похоже ни на что другое и масштабно. В целом место и правда очаровывает и завораживает. Из минусов – неприметный вход, который часто
путают с выходом. А еще количество народу. Мне повезло, я здесь был дождливый день, из-за чего людей было немного, но вот в летний солнечный день здесь очереди растягиваются на час. Друзья, у меня пока все, в следующем выпуске отправимся смотреть главные смотровые площадки Стамбула. Не забывайте, что у меня есть и второй канал Smaps Education про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы и переезда за границу. И разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях, которые меняли мир.